Приветствую вас, и первое, самое главное, перестать стыдиться, потому что это естественно. Все, что естественно, то не безобразно. И родители ваши никаким образом не негативно отреагируют на это. Напротив, происходящее с вами является свидетельством вашего здоровья и является подтверждением того, что вы полноценный, здоровый мужчина. Так что родители не только не будут ничего плохого думать про вас, но и, скорее всего, даже наоборот, будут рады, что с вами все в порядке. Что же касается самой ситуации, то все дело в том, что вы расслабляетесь, усиливается кровообращение, тазовая область, как живо происходит то, что вы описываете. В этом нет ничего ненормального, напротив, занятия физкультурой недаром рекомендуется при нарушении потенции, именно для того, что, именно потому, что увеличение кровообращения и повышение снабжения кровью определенных органов, так, в том числе и органов паховой области, влияет на развитие мужской силы. Так что это все нормально, никаких проблем у вас нет, беспокоиться не о чем, напротив. Старайтесь радоваться тому, что с вами все в порядке, и думаю, не знаю, насколько можно говорить вам в этой ситуации, но думаю, что отчасти проблема была порешена, если бы у вас имелась девушка, с которой вы вступали бы в интимный контакт, и тогда подобных ситуаций у вас не было, потому что вполне вероятно, что эта реакция на отсутствие сексуального удовлетворения должным образом. Но в любом случае родители судиться вам не нужны, они как самые близкие люди вас поймут и поддержат, и сделают вид, если они хорошо воспитаны и уважают вас, сделают вид, что ничего не заметили. А если не сделают такого вида, то опять-таки только потому, что любят вас и желают вам всего самого лучшего. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен.